тренировочной борьбы, встреч с интересными людьми, образовательных занятий, мастер-классов и творческих соревнований прошли на шахматной смене у мальчишек и девчонок из разных регионов страны, прошедших конкурсный отбор. Церемонию награждения на Всероссийском шахматном фестивале украсили песни, стихотворения и творческие представления. Хочу отметить, что Анатолий Карпов не только достиг успеха в шахматах, но и внес огромный вклад в шахматное образование. Он был инициатором введения шахматных уроков в школах, основал множество учебных заведений для одаренных людей по всей России. Судьи соревнований отметили сложности турнира и подвели его итоги. Ребята достаточно научные, разрядники, потому что требования тем, кто участвовал, были достаточно высоки. Вот, поэтому грамотно, так сказать, играли, грамотно выполняли правила. Это самое основное для любого турнира, чтобы не было скандала. А потом, в общем-то, в процессе вот общения, ведь многие из них уже не один год здесь встречаются, дружба, вот, разные команды, за доской соперники, до короля сражаются. Вышли в обнимку, все замечательно. Это самое, наверное, главное. Очень впечатляет география соревнований, потому что 34 команды и несколько команд, конечно, из одного региона, но в основном все регионы разные. То есть более 25 регионов, и это здорово, что прям буквально команды со всей России могут поучаствовать в таком соревновании. По словам призеров соревнований, к своим достижениям они шли, приложив максимум усилий. Я занял второе место на первой доске. Решился последний тур, мог занять первое, но немного не повезло. Чувствую прилив эмоций, позитивных только. Рад, что наградили так отлично, хорошо. Организация на высшем уровне, мне все понравилось. ПДЦ смена, люблю. Я мог занять второе, но в последнем туре подкачал. Сейчас у меня очень веселые эмоции. Я очень рад. Я впервые в смене. Мне прям вообще все понравилось. И, в общем, весь лагерь. В общем, я доволен поездкой. Я занял второе место на второй доске. Я очень рад, так как я езжу сюда второй год подряд. И в прошлом году я ничего не занял. У меня это не удалось. И в этом году я попал в тройку лучших на своей доске, и в этом году удалось набрать намного больше очков, чем в прошлом. Шахматы – это больше, чем игра. А для победителей шахматного турнира, которые представляли сборную Краснодарского края, это целая жизнь. Шахматы – это жизнь, шахматы – это спорт, а смена – это теория возможностей.